Так, работорговля. В разных точках города находятся портфели с неизвестным содержимым. Найдите покупателей, взломайте их девайсы. Пробирайтесь в их квартиры, чтобы найти портфели. Найти 10 портфелей, чтобы разблокировать спецзадание. Ну, это типа ящиков. Надо бы прогнать этих ребят через профайлер. Тогда я наконец смогу прикрыть эту лавочку. Раз и навсегда. Мистер Пирс, Джекс куда-то ушел. Я волнуюсь. Хотела звонить в полицию, но решила сперва набрать вас. Все в порядке. С ним так бывает. Когда он грустит, он любит поезда. Не волнуйтесь, я знаю, где он. Позвоните мне обязательно. Если не найдете его, звоните в полицию. Все будет хорошо. Правда. Джекс в своем репертуаре не сидит на месте. Весь в дядю. Но куда? Так, а нам нужно будет найти Джекса. Он вот. Бежал. Вот он. Пирс Джексон. Обнаружен. А я бегу к одному чуваку. Спаси, я хотел найти маму. Очень рад за тебя. Приветик, а мы тебя обыскали. Держись, парень, я тебя найду. Преступник нейтрализован, вы это видели? Участника аукциона. Телепортанемся. Есть. Сколько нам метров? Покажите. Так. Так, это лучше не взрывать, конечно же. Прошу, ну что тебе стоит? Не буду. Без машины здесь лучше, правда. Давай, хакаем банкомат. Что я уже насобирать успел? Плюс 30 тысяч. 85 косарей у меня. Ламборджини. Это что-то среднее между Ламборджини и Макларен. Очень прикольно, мне нравится. Да, это я так в Need for Speed люблю делать. Опираться в повороте о машину. Почему это устранение называется, если нам чемоданчик нужен только? Если клуб нанял его изготавливать бомбы, значит, они что-то затевают. Надо сделать так, чтобы у них ничего не вышло. Ну,
тебя, я по встречке, ну бывает. Так, ну что же, моя машина там. Она и валит. Козёл, куда ты делся? Куда делся этот гад? Валим, он от нас ушёл. Yes. Платный въезд, задание выполнено. Такие пироги. Классная машина. Доброго времени суток. Александр снова с вами. Мистер Пирс, Джекс куда-то ушел. Я волнуюсь. Так, Джекс свалил, и нам нужно его искать. Полицию, но решила сперва набрать вас. Все в порядке. Все отлично. Когда он грустит, он любит поезда. Не волнуйтесь, я знаю, где он. Позвоните мне обязательно. Покупать машины. Если вы звоните в полицию. Все будет хорошо. Правда. Тачка на месте. Джекс в своем репертуаре не сидит на месте. Весь в дядю. Отправился искать маму. Ну куда? Вот он. Так, обнаружен. Далеко, на окраине где-то. Ну, собственно говоря, ближе там ничего нету. Значит, нам туда дорога. Я хотел найти маму. Это я так уходил от столкновения. Держись, парень. Я тебя найду. Да. Вот это наш парень, ё-моё. Четко, конечно, так прокатились. И главное, она мне практически новая, не считая там. Даже здесь
Я ее не покоцал, ладно. Будем считать, что мы запарковались. Блин, задание. Хак. Без меня. Чел, ну ты чё? Мне нужна твоя поддержка. Что я... Так, пример для подражания. Ух, сейчас мы придадим... Какого чёрта там делает Джексон? Подадим пример. Это фургон Росина. Он думает, там его мать. Это точка мафии. После кутерьмы на аукционе охраны усилили. Да, после той заварушки на аукционе еще бы. Так, устранить всех врагов. Это, ну, просто... прямо в точку. Просто угадали то, что мне нужно. Сейчас, я думаю, расчехлю. Блин, все-таки нет здесь, наверное, точки. Дайте хоть кого-то убить, а? Вон не фарт. Неудачное место. Думал, здесь не дорога, а что-то. Да перелазим. О, наконец-то спрыгнул. А, ребята уже тут по полу ползают. Так, мне нужно закупиться. Так, как у нас там с концентрацией? Так, полосочка. Да, так, теперь восполнил.
Красота. Шесть очков навыка у нас. Не попал. Ну что же. Ну забавно так. Пострелять все-таки. Один остался на данный момент. Так, они как-то не в тему приехали. Гранатомет, вот он. Ну вот и все. И экшен, и стелс, и гранатомет. Сколько у нас на него патронов? Один остался. Это печально. Так, нужно срочно закупаться.
чем-нибудь. Так. Давайте искать нашего потеряшку. Ну, я не спешу, я так сначала осмотрюсь. Чего-то у меня максимально уже. Что-то подобрали. Химикат. Мы на месте. Сатянки, сатянки. Оу, малой все видел. Пошли отсюда, дядь. Идем, дядь. Мы играли в хорошего полицейского. Давай. Идем. Джекс. Что я наделал? Я убил всех. О чем я думал? О том, как убить всех. Я бы многое хотел объяснить. Что убивать людей — это плохо. Прости за все, Джекс. Знаю, тяжело. Зато теперь он крутой будет рассказывать в школе, что у него дядя всех замучит. Послушай. Пока я занят плохими людьми, тебя нужно спрятать. Это даст мне силы. Я как целитель. Да, так и есть. Только мы не в игре. Я звоню полицию. Послушайте, если не объявится его мать, я звоню в полицию. Истеричка. Пример для подражания. Выполнено. Ooh.